Друзья, я в студии Давида Гуа. И сейчас мы познакомимся непосредственно с Давидом. Здравствуйте, Давид. Здравствуйте, друзья. Расскажите, пожалуйста, Давид, в какой технике вы работаете? О чем ваши картины? Мои картины заставляют меня показать себя. Но, в принципе, я время мало уделяю тех работ, которых я пишу, потому что мне надо сразу начать новую работу. Вы быстро творите? Да, быстро. Быстро, да? И много не думаю, потому что, когда я пишу, почти я не существую. Потому что я никогда не помню тот момент, когда я писал работу. Я ухожу, не знаю куда, в другом пространстве. Там что-то творится, потом возвращаюсь назад. А обсуждение потом, ну, иногда друзья, иногда искусствоведы говорят о чем-то, я могу просто услышать этого. Что-то о своей картине, да? Что-то о своей картине. И больше самому, может быть, что-то понять про нее, да? Да, потому что, мне кажется, время терять на это мне не стоит, потому что мне надо много работать, всегда работать. Вот такой замечательный Давид Гуа. Скажите, пожалуйста, Давид, а вы могли бы показать вот здесь вашу любимую картину, которая вот вам больше всего нравится, из ваших, может быть? Так я неправильно поступлю, если я буду выбирать, но в данный момент я показал бы, например, вот эту лодку, которая очень интересна, потому что мне пришлось про него рассказать, и некоторые писатели... публицисты заинтересовались и, наверное, уже написали статью. Именно об этой работе, да? Да, об этой работе. А как она называется? Лодка моего детства. Замечательная картина. Которая в своем существовании намного лучше добрать и дело, чем я и мои друзья, мои знакомые. Эта лодка. Вот эта лодка? Да. Которая из детства. Потому что все время он обслуживал людей и никогда назад не требовал ничего взамен. Да, поэтому лодка с моего детства. Ясно. Спасибо большое, Давид. Привет. Привет.